Сусветный день снег уселит осупав с настроем природы. За опущенные трое суток у полночном регионе выпало от 1 до 2 декадных норм у опадков. Вышиня снежного покрова повеличилась на 7-19 сантиметров. Больше за все заснежила Полоцк. Зараз тут вышиня у складает 34 сантиметра. Областным центре 28 сантиметров. На расшистце дорог и дворовых территорий населенных пунктов Витебской области от снегу у неделю процевали больше за полторы тысячи человек. Было заденечено больше за 800 одинок техники. В ближайшие дни снег берет перопынок, махчимы только невеликие короткочасовые опадки. Синоптики прогнозуют поступовое понижение температуры по ветра до четверга 19 студеня.